спускаемся вниз. Теперь спускаемся в комнату отдыха, где Сталин должен был отдыхать, но так и не появился здесь. О, узнаете? Кремлевский антураж. Как в Кремле. Итак, 30 квадратных метров помещения. Лень, Иван максимально отдохнул, поспал. Да, здесь бункер создан только временно переждать бомбардировку. Все стол, стул, лампа, все подлинное. Сводчатый потолок розового цвета, нет ощущения замкнутого пространства. Голубой цвет стен – это окна, расширяют. Портреты Кутузова, Суворова висели в кабинете Сталина в Кремле. Это уменьшенная копия кремлевского кабинета Сталина. Здесь 6 дверей. Шесть дверей. Одна рабочая, вторая в санузел, третья, четвертая, пятая и шестая.
Это пустая дверь, за ней ничего нет. То есть это имитация, это фальшивая дверь. Четыре, а две рабочие. Что, есть сигнал? А ты, что, а Люда, расскажи. Это единственный выход, да? Да, выход только этот. Но в Кремле у него были все четыре, вот эти все двери рабочие. Mm-hmm. Это психологическое воздействие на посетителей. Неизвестный склад дошел в Москве, вот сюда. И Москва, деньги входили в Москву, видели Москву. А наш город находится 1000 километров от Москвы. А здесь самая, а не в Москве, а и темно. Волга, река Волга делает здесь изгиб, поворот, излученную. 这个蓝色的是伏尔加河这一片的山吧，这里萨马拉是，对，这是个湖，是这是维尔斯，它защищает наш город。И впадает Волга, впадает в Каспийское море. Вот тот стол для секретариата. Обратите внимание, что мы стоим за спиной. Можно все вместе сфотографировать? Здесь нам очень важно. 啊，如果想，那大家可以在这儿。啊，这边记得，先一起 photograph， 能不能一块拍？